И что касается пробуждения, то полностью проснуться невозможно, потому что эта жизнь и есть сон. И вы можете в нем себя лишь осознать. Осознать и перестать париться по всяческим проблемам, перестать ставить перед собой слишком много задач. Поэтому остановитесь, сбросьте все. Не знаю, как вы сделаете это, но сброс необходим. Возможно, у каждого должно возникнуть свое понимание того, как это нужно сделать, потому что это ваша игра. И вам потом дальше с этими инструментами жить. С инструментами, которые вы сами должны создать для путешествия. Для путешествия в этой удивительной эмпирической реальности. Поэтому выдохните и начните делать что-то одно, что-то простое. Сбросьте амбиции. Не старайтесь себя всем показать и что-то доказать. Останьтесь самим собой в чем-то очень простом и необязательном. Смиритесь с тем, что вы никто. И просто не ссыте. Смиритесь с тем, что все самое плохое, что с вами происходит, оно просто происходит. И оно неизбежно. Ну и хуй с ним. Просто начинайте делание, любое, без амбиций и целей. Что угодно. Всем похуй на ваши амбиции, и мне в том числе. И вы такие же. Просто осознайте это. Начните потихоньку осознавать это. Не наебывайте себя. Но начните с того сначала, чтобы не наебывать других. И только после этого вы станете свидетелем чуда. Чуда, после которого вы почувствуете истинный свой успех, а не эту хуету в виде похвалы и зависти окружающих. И все. Вы проснетесь. Проснетесь в своей самой лучшей и главной роли этого спектакля. Не надо никого наебывать.